Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал. С вами Дрейфер, и сегодня мы с вами поиграем в Happy Wheels. По моему списку мы в нее начинаем играть. И давайте посмотрим Browse Levels. У нас здесь будем смотреть по рейтингу. Вот за последнюю... за все время. И будем по рейтингу. Все. Итак, смотрим. И вот они, наши самые популярнейшие набирающие уровни. Ну, давайте лучше, да, за последнюю неделю посмотрим, что у нас тут набралось. И у нас тут куча всяких уровней. И вот первую страницу мы с вами попробуем пройти. Первый уровень у нас называется Basketball Through. Поехали. Надеюсь, игру слышно. Извините за, если лаги, потому что у меня комп слабенький. Так, нам тут, по-моему, надо... Ой. Короче, надо будет мне кнопочкой нажимать меню, потому что у меня на полный экран я развернул. Но если я нажму Escape, то у меня закроется полноэкранный режим. Нет, стоп. Так, это у нас нам надо забивать. Нам надо взять этот мячик и закинуть его. Я решил... записывать Happy Wheels по специальным дням. Они как отображаются как, ну, как округленные, в том смысле, что они, например, 10 число, 20 и... Ничего. И 30. Опа. Ей. Сюх. Сюх. Дай. Да уж, сложнющий левел. Не, ну в принципе это просто. Просто тут у меня... У меня хреновые пальцы, наверное. Для управления. Или просто сильно лаг. Лаги слишком большие. Ноу. Что за с экраном? Чё он двигается? Да я все время умирает. Да, играю я, конечно, в Happy Wheels я играл, помню, давно, правда. Поэтому я уже разучился более-менее играть так нормально. Так, отлично. Ой, почти Legendary! О, блин. Третьих. Ну, еще болл. Э, слышь, мне ж болл должны дать. О. Э. Пуньк. Дайте мячик, эй. Чё, мячики кончились, что ли? Ой, блин, почти Legendary. Но все же win. Ей. Ладно. Legendary нам не надо, нам надо обычный win. Так, а дальше у нас идет Would You Rather New Vision. Новая версия. Проверь, насколько ты чё-то там. Тут вверх надо нажимать. Стой, 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 стой. Ну-ка, что там? Will you racer? А, ты правша или левша, по-моему. Что-то я не понимаю. Ну ладно, давай вот это выберем. О! Я выбрал правильное? Или что? Я выиграл? А, нет. Надо было... А, что ты выбираешь, наверное, переводится. Большой... Чё? Большой дом. Или... Приключения. Бесплатные приключения. Твоей жизни. Ну, зачем мне большой богатый дом? Я не хочу быть богатым. Мне не надо быть богатым. Ой, жопа сел. О, это правильно. Вот, так, что ты выбираешь? Быть лорд... Кем-то из Властелин колец, по-моему. Или Гарри Поттер. Ну, я Властелин колец смотрел, поэтому Гарри Поттер выберу. Так. Ну, давай. Вот, все отлично. И. Ну-ка, сколько там? Ей. Да я что-то все правильно выбираю, походу. Так у меня ноги ломаются от этого. Такс. Так, иметь PlayStation или Xbox? Ну, наверное, PlayStation. Эй, на себя не наезжай, придурок.
Да не, нет, 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 нет. Так, я не понял, что-то как у меня тут нормально стекло разбить, слышь? Да не едь ты по ногам своим. Ну, ломай, что ты. Чё он не ломает, слышь? Да хватит по себе ехать ты, блин. Ой, да уж. Да прыгает, ладно. А следующая игра называется Amazing Minigames. Sword. Что-то. Мяч, джет, бесплатно, спайки, заморозка, смерть. Крут. Ну, посмотрим, что это такое. Читай капс. А, ну. Это опять эти вот. Надо повыше кидать. Ой. Надо один взять. Тюх. Нет, синий мяч просрал. Ну-ка, ну-ка, стой. Тюх. Блин, вернул на место. Оу. А, он здесь. Блин, чуть опять не нажал escape. Так. А можно просто R нажать и все. А мне отображает FPS, мегабайт. Что за мегабайт? О, в яичко. Hold up. Win, слушай. Написано же win. Да ладно. Фига себе, все что ли? Вот оно чё, прикол то есть. Тюх. Дай. Это что, мне заново в мячи попасть? Мячами кидать, что ли? Да ладно, ты что, прикалываешь, что ли? На. Ща паду... Не попал, смотри. Бодигуард. Тюх. На. Все, давай. Зик. А, как же это долго. Ты жирный мужик. А чё я мужиком этим играю? Я хочу велосипедистом. Как все. Все играют велосипедистом. Почему-то, кстати. Ну, он, наверное, самый удобный. Поэтому мы его и возьмем. Только начали возьмем. А, нет, тогда мы заново придется. Ладно, пока так. Да опять я дай. Ладно. Я понял, что я дай. А здесь нельзя выбрать. Смотреть реплей. Ой, не надо мне реплей смотреть. Так, ладно, давайте тогда еще раз. Значит. А, вон, change character. Там нельзя сменить персонажа. Дзюх. Перелет. Дзюх. Недолет. Дзюх. Пролет. Значит, заново. Так, слушай, сложно. Ну, это я просто не умею играть. Это у тебя что это? Слушай, тетя. Уай! О, шлем безопасности. Вот всегда надо брать шлем безопасности с собой в такие. А чё ты женщине-то в жопу, бедный? Вот ты... Какой уровень нехороший, да? Thwart through. Как же лагать-то, а? 19 FPS, нифига себе. На! О, как чётко ему хэдшот. Давай. Чё у меня с телом? Почему у меня тело отодвинуто от ног? Я, по-моему, шарик никогда не забью дальше, чем дай. Смерть. Так, где win? Win вон там должен быть. Подожди. Нет. А это что за шар? Что-то схватился за что-то, непонятно за что. Ну, само собой, ладно. Следующая игра называется Pogo Glass Brick. Так. Good luck, удачи, спасибо. Так. Пуньк. На. Опа. Ох ты как. Ой, стекло, носом в стекло, ты чё? Так, зачем Ctrl тут? А, чтоб он не упал, наверное. Ой, чё так мощно-то? Strange 2. А можно ж просто вот так вот, пум, башкой ломать. Ай, шлем потерял. Куда стекло, эй? Впилось мне в шею.
Извините, я просто не очень умею играть в эту игру. На. Ух ты. Ну-ка, ну-ка. Пуньк. Бам. На. Ух ты. Ща, погодь. Разберусь, как тут. Нормально. О, нормально. Нет, для меня пока вот эти погу, они не очень. Надо будет подучиться немножко. Ну вот, с вами сейчас подучимся. Опять погу. О, меня что-то выстрелили. Ладно, непонятный уровень. Так. Текст Explosives HD. Road slow, please. Едь медленно, пожалуйста. Как тут медленно ехать, интересно? Ой. Слушай, а тут можно сменить персонажа? Нет, по-моему, нельзя сейчас. Не дают предложить. А-а-а, вот оно чё. Ой. Ну, взрывайся. Ну, взрывайся ты уже, ну. Вот. C4. Ой. Ух ты ж, ё-моё. Чё? Миссил. Ух, нифига себе. Ну ладно. Прикольно, повзрывали. Так, дальше... А, опять фогофайт. Клик батл. Кликабельный. Короче, надо кликать. А что тут? Чё? А, don't move. Тогда я понял, что это. Ну ладно. Ничего не буду делать. А. Мышкой надо, наверное, кликать. А, вот. Прикольно, сам идет такой. Все. И чё? Я сказал, don't move. Ну окей. Не люблю don't move. Все время надо ждать, смотри. Так, ultimate spike fall. Так, падение спайка вот этих вот шипов. А! With you. Ух ты ж. Эй! Оу, щирт. Это больно, наверное. Subscribe to Jacksepticeye. Подпишись на Jacksepticeye. Окей, я уж подписан. Если не верьте... А, ну вы не сможете проверить. Давай, ты сможешь. Вылезай, убирай свою жопу жирную. Ай, да что ж ты такой немощный-то? Ну, давай. Ладно. Не хочет он по-хорошему. Ну. Так, Spikefall. Оу, ясно. Сложно. Ужас. Ладно, так, что-то еще есть. Naked glitch real. It's real a promise. Promise. Я не знаю, что это, но... О! Ну, естественно, убираем вот этих вот. Так, restart naked girl, чё? R8. Чё не так-то? Чё надо сделать? Может, назад надо ехать? Ничего, R8. Что такое R8? А, надо рестарт нажать, что ли? Я чё-то не понимаю. Ладно. Может, тут
Может, другие люди, которые играли очень много в эту игру, знают, что такое R8. Но я сейчас не знаю. Так, дальше идет Ball Through. О, ну опять еще будем кидать, короче, шарики. Назад только. Прикольно. Ну. Тю. Два шарика. Думал, я сейчас смерть, да? Ой! Да ладно, Уин! Я Уин попал. Все. Ну и чё? Я Уин попал, слышь? Это нечестно. Я Уин попал. Да пошел ты в жопу. Я все, я, короче, на Уин попал, и мне достаточно. Так, ВВИ Дайв или Див 10. Что за фигня? А, это этот, что ли? Ох, нифига себе, перевернулся. А что делать-то надо, слышь? Я не знаю, что делать. Пойдемте к этому чуваку. Если это... Ну, я не понимаю, что тут делать. Ну-ка, еще раз попробуем, ну-ка. А, надо этого мужика крикнуть. Все, я понял. Хопа. Нет, надо было схватить. Так, я понял, короче, надо. На, сдохни. И все. Ты что ты меня лег, слышь? На. Все, я выиграл, короче. Следующий уровень называется Jesse Void. Jesse E. Void. Сейчас посмотрим, что это за уровень такой. Все загрузится. Ну. Не загружается. Ладно. Дальше у нас опять ВВИ. Death Ball. Так, ну давайте посмотрим, что это такое. А, опять прыгать надо. Ух, нифига себе, ты прыгаешь высоко. А что это, слышь? Ой! Вау! Господи, боже мой. Это если я коснусь их, то, короче, мне каюк, да? Значит, надо поаккуратнее. Ой, не. Ну, я говорю, пога это не для меня. Не очень это просто. Так, Naked Lady 100% хак опять. Ninja Diamond. Colorful, там какой-то этот. Так, ладно, Ninja Diamond. А, опять. Red 5 to unlock. Ну-ка. А, вот оно, чем прикол-то весь. Надо успеть, да? Оу. Ты мне шлем пробил, я живой. Куда кровь? Так, ты хочешь поставить 5? Ну давай, мне открывай. Я поставил тебе 5. Слышь? Или мой это не считается? Я ж тут не зареган. Теперь понятно, что это было такое там тогда. Ладно, так, давайте возьмем. О, опять пуля. Метать будем вам меч. Это возможно или это невозможно, что было написано? It's possible. Possible — это возможно, значит. Да. Все. Уже труп. У тебя шлем, уже как-то себе пробил башку. Ну, красиво вообще.
Все. Ах ты. Оп. Оп. Толкай эти мечи сраные. На, Тимми. Или как тебя там зовут? Майкл, или как его зовут? Пацанчик этого. Ты иди. Он сломал твою машину. Ах ты, козел. Иди сюда, на тебе. О, меч зато сохранил. Стюх. Она сказала твоей девушке, что... А, или что-то она позвонила твоему дяде, или что-то... Ой, смотри, как... Ох, нифига, два сразу. На. Ну, ладно. Ой, я живой еще. Ладно, я оставил у этих двоих. Пусть они там бомж какой-то и жируха. Так, еще один. Сворд. Угу. Да, о-о-о. И опять умер. Что ж ты так быстро дохнешь, ты чувак? У тебя руки что ли с жопы растут? Да вроде нет. Ай, был бы дабл килл. Слушай, ну дай-ка я назад этого. Опа. Так, что он сломал? Он сломал игрушку мою, которую сам же сделал. А, это чтобы выиграть. Ой, как эпич. Как легендари она мне в голову впилась. Катана это. Ну-ка, там написано, чтобы выиграть, по-моему. Убей, чтобы выиграть. Да ты, блин, попробуй, возьми его. На. Зачем остальных мочить тогда, не понимаю, зачем. Пого ниндзя. Так, Sword Through Epic. Чего же он такой эпик? Bonnie Chance. А, мне надо вот эту вот тетку убить, да, сзади, которая. И положил обратно меч. Молодец. Нуб. Про. Так, первый возьми меч. На, нуба убил. Хопа. Обратно положил. Да возьми ты этот меч, ты, блин. О, только синий в бошку не надо. Да, нужно the best. Я должен в лучший попасть. Здорово, мульчуган. Ты себя плохо вел. На. Не. Я тебя дотянусь. Хопа. Киллер. Я убийца просто. На. Гуд. Ох ты на меня, тупая катана. На. Так, надо вон в ту женщину попасть. Где best написано. О, я плеер про. Ай, почти, смотри. Стюф. Я ее пошатнул. Ну-ка. Куда вывалился, слышь? Блин, вот. Ну куда вывалился-то, ну? Блин, а сейчас бы. На! Да блин. Вот только не умирай. Ну, молодец вообще. Еще раз. Блин. На. Там выигрышная категория. На, давай, ну, the best, блин. Прекрасно. На, все наш. А где мой winner? А, я должен всех, что ли, убить? Вот, блин, вот подстава. Я всех должен убить, оказывается. А я думал, только туда надо попасть. Тюф. Ах ты. Тюф. Блин, вот не понимаю, как их нормально кидать. О, отлично. А если деда убить, что будет? Ладно. Смотрим, что там дальше. У нас еще много интересных уровней, я думаю, тут есть. Так. Какой-то... Что тут? Please check my other levels. Посмотри мои предыдущие уровни. Прикольно еще. Супер. Говно написано. Да, ясно. Ничего интересного. Так, stop doing this. Не делай это или что-то. Дик.
О, господи, что тут такое? Бум. А там выход, вон, а там это, вон, смотри. Ладно, бред какой-то. Такс. Лидли Сена я создал. Rope Swing Expert. Ну-ка. Rope Swing, это, по-моему, надо хвататься за веревку. Да-да-да-да-да. Вот это да. Чё-то я свистнул, что ли? Эй, стой! Иди сюда. Отчаяние. Пельмешек полетел. Try again. Хопа. Хопа. Rope swing. Эксперт. Хопа. Ладно. Зеленым, смотри, его значит уже хорошо. Такс, опять и naked всякие. Stop motion, find the button. Pardon. Что за find the button? Кнопочка какая-то. Bang. Кому нужно это все? На кнопочку надо нажать, да? А почему я все время за этого мужика играю, слушай? Ребят, почему мне все время этого мужика подсовывать, который на этом самом? Что мне сделать надо? О, деньги. А. Должен, кажется, собрать белую кнопку. Синюю вот эту кнопку. Как я тебя соберу, ты, блин? Автор, ты вообще дурак? Ладно. Батя еще себя называет. Jetpack Run. Ух ты. Прикольно. Ой! Так, тут вон как еще. А, я понял. Экстра ступит нуб. Слушай, а можно ж тут ехать? Просто и лети по низу, и все, и ты выиграешь. Ну, давайте еще три уровня сыграем какие-нибудь и закончим, потому что. Так, опять роуп свинг давайте. Оцени, пожалуйста. Нам еще проверим. Годный этот уровень или нет? Тут надо на Z был нажать сразу. Он только за свой велик хватается. Ладно, давай другой посмотрим. Далее что-то еще из. Ну, давайте вот эти вот еще два посмотрим какие-нибудь. Bottle Run? Это на бутылку, что ли, ехать? А я не понимаю. Ой, Тим, чувак. А чё ты вылетел-то, слышишь? Чё он вылетел из этого? Не надо поворачиваться, я понял. Короче, ладно, поехали. Не надо поворачиваться. Лети просто, как птичка. И все будет. О! Слышь! Отстань от меня, тупой гарпун. Что там дальше-то хоть? Велосипед-то покажи. Ладно. Ну и какой-нибудь еще уровень. Давайте просто посмотрим. Все. Это для первой серии это нормально. Jet Walls. Че это? А, я понял, короче, надо, чтобы в тебя не попал. А, вот так надо делать что-то. Куда поехал ты, дурак? Куда ты полетел, ты, дурак? Ладно. Ау, руку действительно больно.
Ты куда назад ты едешь, а? А, тап, можно просто нажать. О, руки потерял. А, расслабон, когда нету Тимми. Или как его зовут? Ребенок, короче, с ним. Ух, нифига себе. Продолжай. Продолжай, нет. Нейт. Ехай, 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 ехай. Ахахаха. Так, не надо оценивать. Хорошо, не буду, как скажешь. Ну все, друзья, надеюсь, вам понравилось лаганное, простите, конечно, видео. У меня же слабый компьютер. Но играть-то надо. С вами был Дрейфэр. Это была игра Happy Wheels. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео на моем канале. Также подпишитесь на канал Лего Мультики в гостях у Марионетки. А также не забудьте посмотреть другие видео, зайти на мою страничку ВКонтакте, группу ВКонтакте, ссылка в описании, у нас открылась группа. Также в Фейсбуке, в Твиттере, в Google Плюс, ну и так далее. Все ссылки в описании, а также зайдите и просмотрите плейлисты по прохождению игры Final Fantasy Freddy's, теории по этой же игре, а также монтаж от Дрейфэра. Все, всем удачи и всем пока.